В Чебоксарах в ночном ДТП с участием фуры погибли мотоциклист и его пассажирка. Авария произошла 24 июля в 23:50 на перекрестке проспекта Мира и улицы Валькевича. По данным автопортала «За рулем», водитель грузового авто при повороте в сторону улицы Николаева не пропустил мотоцикл, который на высокой скорости двигался в направлении автовокзала. Предварительно большегруз совершал маневр на запрещающий сигнал светофора. Не горела дополнительная секция. В результате аварии 29-летний мотоциклист и его 34-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.